Накануне Дня России губернатор Алексей Русских вручил государственные награды Российской Федерации, ведомственные награды, а также награды Ульяновской области. 35 человек получили награды за высшие достижения в различных сферах и отраслях деятельности. Глава региона поздравил выдающихся ульяновцев и всех жителей области с Днем России, одним из самых важных государственных праздников страны. Для каждого из нас великая Россия начинается с малой родины. Истоки нашего патриотизма в трепетном отношении к своей земле, в уважении к соседям, в заботе о родных и близких. Поэтому День России не только общенародный праздник, но и глубоко личный, который затрагивает заветное желание и чувство каждого из нас. Мы с любовью и благодарностью помним всех, кто создавал величие региона и страны. Выдающиеся ульяновцы, которые своим ежедневным самоотверженным трудом улучшают жизнь в регионе, получили заслуженные награды из рук губернатора. Мастеру питомника «Зеленый дом» Александру Чуфтаеву за заслуги в области лесного хозяйства и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный лесовод Российской Федерации». Александр Николаевич занимается лесоразведением уже 40 лет. Сегодня он выращивает посадочный материал для сохранения лесов. Мы вот собираем шишки, там сушим и сеем на питомнике. Там вырастают сосеночки однолетки, двухлетки. И эти все высаживаются в лес на восстановление пожаров, вырубок. Все это на лесовосстановление идет. Более ценными породами, чем она зарастает осинником, березками. А это ель, сосна, дуб. Ценные породы выращиваем на нашем питомнике. Учитель русского языка и литературы многопрофильного лицея номер 11 имени Мендельсона Лилиана Парфирова удостоена почетного звания «Заслуженный работник образования» за вклад в социально-экономическое развитие региона, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд. Лилиана Валерьевна призналась, что искренне любит свою работу, которой посвятила уже более 30 лет. Важно для меня, чтобы мой ученик был талантлив, целеустремленен, был позитивен, был креативен и был в первую очередь хорошим человеком. А вообще мне импонируют слова Льва Николаевича Толстого, который сказал: в учителе должно быть два качества – огромные знания и огромное сердце. Так вот, мне так кажется, что наше учительство, учительство Ульяновской области, все обладает огромным сердцем. Доктор Евгений Евтушенко признался, что полученная награда – это мечта каждого практикующего врача и наивысшая награда, которую может достичь практикующий врач. Евгений Геннадьевич с 1996 года и по сей день является практикующим хирургом, каждый день спасая человеческие жизни. Это самая замечательная профессия в мире. Я в этом глубоко-глубоко убежден, потому что самой большой наградой, конечно, является то, что когда выздоравливают пациенты, когда ты сделал какую-то хорошую, серьезную операцию и достиг в этом успеха. Это самая большая награда. Это надо испытать каждому. Кто этого не испытал, объяснить очень сложно. Это и чувство удовлетворения, и чувство какой-то гордости за свою профессию, за самого себя. 16 государственных наград, 3 ведомственные награды федеральных органов исполнительной власти и 16 наград Ульяновской области получили на мероприятии «Ульяновцы». Валентина Никонова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.